Заключенная, сбежавшая в минувшие выходные из 18-й колонии, поймана в центре города. Вчера наша телекомпания давала ориентировку на беглянку, и вот буквально только что нам сообщили, что беглянку вернули в колонию. Напомним, заключенная работала на подсобном хозяйстве, а в воскресенье вечером покинула работу и ушла в неизвестном направлении. Светлана Захарова провела в колонии чуть больше года. Общий срок осуждения – 3 года. Благодаря работе сотрудников правоохранительных органов по горячим следам девушку вернули отбывать срок заключения.